там Валберес и Озон, где, собственно, выкинули щенков. Еду искать. Щенки, которые были возле на улице. Вот добрая женщина не выдержала, забрала их домой. Спасла таким образом им жизнь. Сколько? Пять? Пятеро, да. Пятеро, отлично. Спасибо вам большое, что неравнодушно. Спасибо. Ну вот щенки в машине. Поехали, ребят. Поехали. Друзья. Как вы видите, наша работа перед вами. И просто сумасшедший обвал малышей. Малыши сыпятся со всех сторон. И как можно пройти мимо ребенка, который плачет и смотрит на тебя? Или тот слепой, что еще даже не видел этот мир, а уже знакомится с его жестокостью? Ребят, хорошие мои, дорогие люди. Жизнь такого малыша стоит 100 рублей автоплатежа. Ваши 100 рублей. Вы готовы спасать этих детей вместе с нами? И если готовы, ребят, пожалуйста, включите автоплатеж. Переведите на приют ежемесячно 100 рублей. Для вас это незаметно, а для малышей шанс выжить. Я обращаюсь к вам, ко всем, люди. Прошу вас, будьте милосердны. Будьте добры. Видите, вот это они на всех выпили капельку, и все. И пищат. Решила дать мясо. Ну, мясо, как видите, мы любим. Вы мои хищники. Боже мой, хищники вы действительно, блин. Давайте ешь. Вот сюда повернись. Учитесь. Сейчас кашу сварю. Все ясно. Детям не нужно молоко. Детям нужна манная каша и мясо. О, ты, козленок, давай так раз туда. Вот так. Все. Ну, ребят, давайте, давайте, давайте. Эй, в чашке ищем. Давайте в чашечке. Ребят, ну, давайте, мои хорошие. Давайте. Все. Надеюсь, сейчас найдятся и спать лягут. Потом будем готовить все остальное. Остужаю кашку. Курочка с рисом. Как раз малышня. Сейчас остынет. Покажу, как лопать будут. Всё, курицу мелко-мелко измельчила. Все будет хорошо. И пол кастрюли еще осталось на завтра. Ну что? Эй, гаврики наши голодные. Сейчас поменяем все. И вот такие чавкалки маленькие. И вот такую чашку оставлю на ночь. Ну, и кто сказал, что им молока надо? Не хотят они молока, они хотят... Что такое? Да ты не его кушай, ты рядом кушай. И ты тоже, козленок, поближе. Давайте, давайте. И ты, зайка моя, там каша. Они еще не умеют, не понимают, что такое чашка. Ну вот, накушались, да? Угу, сухо, сухо. Сейчас через 5 минут будет мокро. Но кашу все равно сдвинула туда в угол на ночь. И пусть эти козявки ползают. Все, мои хорошики, да. Сейчас 2-3 дня здесь в клеточке, а потом, ребята, придумаем другое место. Да-да-да. То есть, то ты мой золотой. Что? Ну так, все, сдвинули. Да, малышня? Давайте. Сейчас, мои хорошики, давайте. Чехов, магазин «Пятерка», куда подкинули щенка. Центр Чехова.
вот магазин цветы. Здрасте. Привет. Привет, цветочный парень. Ну что? Маленький мальчик. Так, он кто у нас? Так, маленький щеночек совсем. Привезли, бросили, Лиль. Смотри. Куда нам сейчас его? Совсем маленький. Ну вот, один. Сейчас я посмотрю, кто. Ну, сейчас я ей отправлю, подожди. Так, бегай по магазину. Мальчик. Малец. Хороший. А цветик, это же женское слово-то. Цветик? Не, мальчик. Цветик. Все, мы поехали. Ну, давай к животным. Я в церковь не хожу. Мы поехали. Друзья, как часто говорят, человек – венец природы. Человек стоит на вершине разума природы. К нашему бы разуму. Да еще бы каплю добра, каплю милосердия, каплю сострадания. И тогда мир был бы совсем-совсем другой. Добрый, открытый, веселый, счастливый.